это Джо Патерна. На его счету больше всего футбольных побед в истории колледжа. Папа, ты знал о Джерри? Один из самых опытных тренеров колледжа Penn State, Джерри Сандаски, обвиняется в изнасиловании 8 мальчиков. 40 новостных компаний хотят взять у тебя интервью. Ты единственный из репортеров, кому известны все детали. Кто встречался с Маккери? Патерна, Шульц, Карли. Все думают, что ты знал обо всем этом. Как мы можем говорить о второй миле? Джерри открыл этот благотворительный фонд. Сотни детей. Тысячи. Тысячи. Ты должен повторить то, что Маккери сказал тебе. Он был сам не свой. Это все бессмысленно. А что говорят дети о случившемся? Я не разговаривал с детьми. А кто разговаривал? Благодаря тому, что ты сделал, у остальных 5 мальчиков нашлось мужество сделать то же самое. Она зарабатывает на жизни клеветой. Если никого не оклеветала, не заработала. Ну, должно быть, я плохая лгунья, потому что заработала я чертовски немного. Тебе нужно уйти. Тебе нужно уволиться, прежде чем кто-то сделает это за тебя. Я принес этому университету $1 миллиона. У меня есть персонал и игроки, которые могут выиграть национальный чемпионат. Хотите уволить меня? Попробуйте. Нам нужен Джо! Нам нужен Джо! Все эти люди должны скандировать имена жертв, а не Джо! Вы называете его легендой, так относитесь к нему так же! Мы все Penn State! Нам нужен Джо! Нам нужен Джо! Он пошел в бассейн вместе с детьми. Джерри? С нашими детьми? Да. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, ты же ничего не знал, иначе ты бы этого не допустил. Ведь так? Патерно. Премьера одновременно со всем миром. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.